Всем привет, меня зовут Екатерина Кононова. Ребятки, сегодня у нас с вами кроссфит комплекс с гирей. Как-то я выполняла этот комплекс и публиковала его у себя в Инстаграм. Вам он очень понравился, и вы писали, что классно было бы выполнить этот комплекс вместе со мной от начала и до конца. Так вот, сегодня мы его выполним вместе. У нас 10 раундов, 5 упражнений, и первое упражнение – это трастеры с гирей. Сели, встали, гиря вверх над головой на выдохе. Это первое упражнение. Второе упражнение – это махи. Наклоняем корпус вперед. Импульс тазом и руки вверх по дуге на выдохе. Второе упражнение – это тяга в наклоне. Корпус вперед, колени мягкие, чуть согнуты. Подтягиваем гирю к животу. На выдохе сводим лопатки вместе. Четвертое упражнение – это тяга сумо. Ноги шире плеч. Носки под углом 45 градусов. Сели, на выдохе встаем, подтягиваем гирю к подбородку, локти в потолок. Сели, выросли, выдох. И последнее упражнение – это становая с гирей. Таз назад, корпус наклоняем вперед, на выдохе вырастаем и зажимаем ягодицы. 5 упражнений, 10 раундов на убывание. Первый раунд – все по 10 повторений. Второй раунд – все по 9. Третий – 8. Четвертый – 7. И так до одного повторения. Последний раунд – все по одному повторению. Давайте ставить таймер и приступать. Поехали. Трастеры – 10 повторений. Наша задача выполнить комплекс как можно быстрее и обязательно написать свои результаты в комментариях. Поехали, махи, 10 повторений. Сделали. Тяга в наклоне. И становая. Сделали второй раунд. Все по 9. Поехали. Трастеры. Сделали.
сделали. Тяга в наклоне. Сводим лопатки, подтягиваем гири к животу. Сделали сумо. И встану. Все по 8. Поехали. Трастер. Сделали. Махи. Поехали. Сделали. Тяга в наклоне. Сделали сумо. Все по 7. Поехали. Сделали. Махи. Сделали. Тяга в наклоне. Сумо.
заново. Все, по шесть. Раз. Махи. Сделали. Тяга в наклоне. Сумо. И станова. Сделали. Все, по пять. Поехали. Махи. Тяга. Сумо. Станова. Все по четыре. Здрасте. Махи. Тяга. Сумо. Станова. Все по три. Don't wanna wake up if I'm dreaming.
Все, по два. И все по одному. Десятый раунд. Закончили 14:35. Очень жарко. Вдох. Потянулись. И выдох. Расслабились. Еще раз вдох. И выдох. И последний раз вдох. Ребятки, рекомендуемый вес для девушек 16 килограмм, для парней 24. Если вы не укладываетесь 15 минут, то поменяйте вес гири на меньше. Если ложились, то так держать. Работаем пока с тем же весом. У меня все. Не забывайте на растяжку. О растяжке. Не забывайте подписаться на мой инстаграм, где я практически каждый день публикую новую тренировку. Ну а на сегодня все. Увидимся на следующей тренировке. Пока-пока.